11 298 человек. Невинно убитых, сосланных и погибших в лагерях в 30-е годы прошлого века вспомнили во Владимире. 30 октября по всей стране проходит День памяти жертв политических репрессий. Вот уже 24 года родственники погибших приходят сюда, в Богородице Рождественский монастырь, где в советское время находились отделы НКВД. Дядя расстрелян в 1937 году, дядя Федор Иванович. Отец тоже был репрессирован, причем без статьи, и находился в Архангельской области, в селе Ерцово на лесоповале. У стен монастыря приводили в исполнение расстрельные приговоры. В память об этих кровавых событиях здесь установлен поминальный крест. Зинаида Скоморохова приходит сюда каждый год. Вспоминает своих родственников, тяжелое голодное детство, делится страшными рассказами из воспоминаний другого дяди, красного генерала Евгения Долматова. Люди, которые строили советскую, завоевывали советскую власть, до такого унижения дошли. Они болели, лекарств не было, их бросали в бараки тифозников. А когда барак был наполнен больными, просто-напросто эти бараки сжигали. У каждого, кто ежегодно приходит сюда, своя история. По традиции, перед памятным митингом в храме Рождества Христова проходит панихида, после чего люди возлагают цветы к той самой стене, возле которой обрывались человеческие жизни. Екатерина Глазкова, Александр Горшков, «Губерния 33».